Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала. Сегодня будем делать ручейник-светлячок. Так что усаживайтесь поудобнее. Начинаем. Крючок номер 10 у меня. Сейчас. Так, по-моему, да, 10-12 миллиметров получается крючка. Вот у меня такой свинец, олово. Продается в магазине все для электрики. Оторвал я кусочек. Как я показывал уже, вот сделал себе такую раскатку. Он круглый. Я беру кончик. Ну, так вот раскатал. Вот видите, он получается плоский. Начинаем отсюда. Намотку. Пригружаем ручейника, чтобы он у нас на хорошую глубину опустился и светился там. Поправили. Тут тоже лишнее отрезали. Так. Нитку желательно черную. Ну, я взял вот такая. Наматываем нитку. Переходим вперед. И вот у меня все для шитья. Вот такие белые нитки я купил. Отрезали в магазине все для шитья. Там для женщин рукодельниц продается. Вот отрезал я кусочек. И сюда ее. Делается быстро она. Заходим чуть ниже. Загиба крючка. Проматываем. Устанавливаем нитку примерно вот на таком расстоянии. Ну, и делаем узелок, чтобы она у нас не соскочила. Выбираем пока в сторонку. Начинаем обмотку. Ну, можно любую нитку, но главное, чтобы была светлая. Сейчас покажу, почему дальше. Ну, вот так, думаю, хватит. Закрепляем ее. Лишнее отрезаем. Так, теперь берем вот даббинг такой. Там у меня на канале есть, как его быстро сделать из любой нитки этот даббинг. Черный. И сюда накручиваю. Накрутили и давай наматываем.
Все, делаем завершающий узел. Видите, чтобы не подкрашивать, нужно было черная нитка. Ну, я маркером подкрашу. Так, подкрасим. И теперь самое главное, чтобы он светился у нас внизу. В рыболовных магазинах вот продается вот такой лак белый, светлячок. Взбиваем ее и белую нитку прокрашиваем. После этого надо обязательно будет его проветрить, потому что он очень сильно будет вонять. Или при забросе пырскайте какой-нибудь штучкой там, коноплей, например. Вот так его назад причешем. Вот он у нас как получается. И теперь головку делаем типа лапки. Расчесываем даббинг. Так получается. Ну, нам это много. Вот так подрежем. Тут для аккуратности можно чуть-чуть припалить головку. Вот и все. Сейчас я вам покажу, как она светит. Ну вот она. И светится. Везде темно, а она светится еще. Рыба на нее реагирует очень хорошо. Все, до новых встреч. Всем ни хвоста, ни чешуи.